общаешься? Не в эфире? Надоели эфирчики. Закрыть глаза? Зачем? Ты что-то мне покажешь? Ну давай. Вау, круто! Ты разгрызла это? Ой, подними. Да, особенно неделю не была ты. Что? Не может. Да, особенно неделю не была ты. Ничего не поняла. Мне нужен тренер. Я занималась с тренером, а сейчас я тренируюсь одна. Он мне уже не нужен. Ну, я с подружкой хожу. Так веселее. М, планшет дать? Да. Да. Будешь моим тренером? Онлайн? Да. Дать планшет? Ты меня что тут палишь, когда я была последний раз? Я была, потому что у меня ребенок болел последний раз. Я сегодня прихожу в зал, а у меня закончился абонемент уже. То есть нужно было его купить. И мне говорит девочка на рецепции, что говорит, берем этот единоразовый, единоразовое посещение. Я говорю, не, все, я уже буду ходить. Я просто 3 месяца подряд брала абонемент на месяц и 2 раза только ходила. И все, у меня, ну, проходил месяц, и он сгорал. Героям слава. Все, умничка, на. На. Сразу на пару лет. Не, Дарт.
А ну еще раз подскажи, ты меня видел в зале? Ты что меня смущаешь? Не может такого быть. Там ходил один какой-то дядька, смотрел на меня, когда я вышла с группового. Иду такая, я такая маленькая, и Гирева такая, несу гирю. И какой-то дядька на меня там смотрел. Мужчина. Это был ты? Блядь, так и не говоришь, это был ты. Реально? Опять закрыть глаза. Вау! Привет. На. На. Симпатичный. Не знаю, я не рассмотрела. Я просто увидела, что на меня кто-то смотрит, а когда на меня кто-то смотрит, я отвожу. Вообще, я просто спешила на взять ключи от солярия, и мне нужно было еще позагорать. Это реально ты был? Ну, признайся, скажи честно. Ты гонишь? Нет, нереально, я в шоке. Нет, ты гонишь с меня?